30 июня прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы Десногорска Андрея Шубина. В этот день, по данным регионального Роспотребнадзора в Смоленской области, зафиксировано 37 новых случаев заболевания COVID-19. Подобный низкий показатель был только в мае. Благоприятная ситуация и в Десногорске, в котором по-прежнему суммарно 136 заболевших. За неделю произошло снижение поступления пациентов с ковидом и с пневмониями. Соответственно, места у нас сейчас есть. Дальнейшее ослабление пока еще действующего особого режима в области и в частности в Десногорске зависит от предстоящего указа губернатора. Распоряжение ожидается до 6 июля. По городу у нас как-то становится поменьше заболеваемость, и еще идет на снижение. По 6 июля по-прежнему в детских садах Десногорска работают дежурные группы. На данный момент их 33. Школы и учреждения дополнительного образования допуск пока ограничен. 3 июля начинается период проведения единого государственного экзамена. Выпускники 11 класса будут сдавать ЕГЭ в промежуточных пунктах. Будет 8 пунктов сдачи экзамена на базе школы номер 4 города Десногорска. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.